Всем привет, это Залания, 14 за моей спиной. 14 января, воскресный рынок за моей спиной, а слева вот розовый сад, Гюльпарк. Ага, такие розы не круглый год, видите, вот сейчас они, сейчас нету роз цветущих, бутончики есть, а вот цветущих роз сейчас нету, кстати. Я что-то ходил, я мечтал у него попасть последние уже несколько дней. Сейчас подергаем, открытый он. Закрытый. Не, он закрытый, его даже закрывают на замочек. Хотя с той стороны, по-моему, можно зайти. Погода, друзья. Сегодня был солнечный день, теплый. И не успеваю я на Клеопатру, поздно я проснулся. Капитан Вовчик. Вот, я думаю, что на Клеопатре сегодня было полно загорающих, хотя сильно жары не было, но на солнышке было градуса 22-23, это 100%. Сейчас где-то градусов 19, но они такие теплые-теплые. Так, Айла-Фалания, я ищу семью Саши, которая спускается с Айла-Фалания пешком. Они куда-то идут, как-то очень странно они идут. Я не знаю, где их перехватить, то есть они идут как бы параллельно той дороге объездной, но я спрашиваю, вы идете ж вниз, вам же надо к ней спускаться, они, нет, мы идем наверх, то есть они как-то полукругом прошли и обратно, они обратно спускаются, короче, получается, то есть не спускаются, а поднимаются как бы наверх в сторону этих буковок, вместо того, чтобы спускаться, но сейчас как-то найдемся, связь есть с ними, тут смотрите, он перчик растет, вот этот двор, который я вам показывал, это острый, наверное, помидорки он растут. Без теплиц, видите, зимой он помидорчики зелененькие. Баклажанчики он растут. Вон спеют маленькие помидорки. А там полно их. Там вот помидорки какие вот эти вот, как их называют, виноградного типа. Как-то моя мама их выращивала. Они прям заплетенные там. Красивый дворик, где много всего. Так, мне может надо было туда идти вверх, а я немножко обхожу. То есть они там привязаны к тропинке, они не могут же прям пойти напрямую, там, ну, ограничены это возможности. Они, получается, спускались вниз, а потом как-то опять поднимаются немножко вверх, вместо того, чтобы спускаться сюда. Где они? Здесь или в 10 минутах туда, или в 10 минутах назад, я вообще не знаю, потому что четко так и не понял, как бы. Но где-то мы сейчас встретимся. И вместе немножко походим по городу. Пойдем либо в порт, либо в район Клеопатры. Куда-то пойдем. Мне еще обязательно на черненького увидеть. Я ему пакет целый тащу с едой. Сейчас Саша, может, повожу по тропинкам, которые известны только мне. Саша тут точно не ходил. Так, ну что, наверное, влево я не пойду точно. Уже дети все одеты, не так тепло, как я. Они все просто в кофтах, а я еще и в куртке. Вот так вот мы пойдем. И, кстати, по этой дороге я не ходил. Помните, мы когда спускались с Айла-Фалания, пересекали эту речку? Инна, Анна, с вами, да, мы были? Да. И я вам порассказывал, что там вот где-то далеко-далеко то место. Оно где-то там, минутах в 25 минимум отсюда. И там оно вот похожее было на вот это место. Я вам рассказывал, что оно очень похоже на вот это место возле воскресного рынка. Помните, там мостик был, мы ночью шли. Была вот эта река, такой же практически мостик, вот как здесь. Она чистая, дождей сегодня не было, значит. Сегодня, значит, их не было. И дожди у нас нарисованы сегодня на ночь. Честно скажу, что я взял даже зонтик, потому что прогноз меня на днях обманул. Показывал дождь тот день, когда его не было, и не показывал, когда он был. Поэтому я сегодня на всякий случай с зонтиком. А так у нас дожди нарисованы и на понедельник, и на вторник. Я надеюсь, что их не будет. А если будут, то их мало будет. Не хотелось бы. Нельзя сказать, что сегодня лето вернулось, но в масштабах того, что было последние несколько дней, да, реально сегодня, ну, вот на Клеопатре это точно можно было бы ощутить. Хотя бы даже сейчас мы бы с вами оказались на Клеопатре, я мог бы вам это показать, но нет, сейчас я туда не попаду. Видите, тут много таких участков. Вот еще мы идем. Давайте пройдемся пока без паузы монтажа. Я устал монтировать каждую ночь. Вчера часовое видео я его делал до 6 утра. Надеюсь, вам хоть интересно это все смотреть. Видите, она параллельно идет. А может, сейчас и будет то место, где мы с вами, девчонки, спускались. Тут тоже он мостик.
Не, ну это явно где-то дальше. Мы с вами были там где-то, да. Так, а как мне потом не запутаться? Я не знаю, где сейчас выйдет Саша, чтобы потом можно было это... чтобы можно было к черному потом. Котик, идите и есть, да. Тут точно же никто не ходит. Иди сюда. Я имею в виду с едой. Не, хотя люди даже лучше. Ну что, тебя здесь и кормят? Привет. Привет. Да. Фух, немножко мне, немножко жарко в куртке. О, какой он красавчик еще сидит. Ладно, сейчас тебе дадим. Что-то вот моя дорога тоже, она уходит не влево, а в сторону объездной. Ну, в принципе, мне туда и надо, потому что Саша сейчас там где-то будет возле той дороги. Здравствуйте, так сидит интересно. Алло. Привет. Привет. Ну. Ой, ты голоденькая такая, да? Голоденький котик. Так, Саша звонит. Сейчас будем искаться. Искаться. Сейчас, подождите, у меня руки. Рук не хватает. Саша, подожди. Подожди. Блин, мне уже реально жарко стало. Хоть снимай, я не знаю, что снимать. Трусы. Алло. Ух ты, ёпарасоте. А вы же, ты же говорил, что он сзади вас. А что вы у него за него оказались? О. А можете идти вот прямо вот в, ну, в сторону Клеопатры от него прямо вот по этой дороге? А я вас сейчас тут встречу. Ну вот смотри, у тебя суд сейчас перед тобой, да? Ага, вы идете в сторону Алла-Анталии. Не в сторону дома, а в сторону Анталии. Нет, так а я вас тут сейчас заберу и потом уведу вас, пойдем дворами дальше. Просто чуть-чуть вам пройти, буквально минут там 7 где-то, чтобы я вас поймал по дороге, а то я... А тогда вы можете спуститься, пересечь эту дорогу и... Блин, а как же я вас там же потом поймаю, а? Ну, вам в любом случае тогда спуститься надо и дорогу пересечь. Да. Прикинь, я там сейчас 15 минут назад, когда как раз с вами в первый раз созванивался, я как раз там был. Так, а как же я вас потом поймаю? А можете идти тогда, вот когда суд пройдете, и идти параллельно, ну, параллельно, да, параллельно дороге, там, где тихо будет, но чтобы вглубь далеко не уходили, а вот прям параллельно идти там с этой стороны, скажем, здания. Где-то так вот. Ага, сейчас я выйду на эту дорожку, позвоню-то. Немножко потеряли. Саша просто говорил, что они уже как бы прошли. То есть здание сюда слева, типа, и дорога ведет куда-то вправо, вверх. Боже, тут вообще наверх он дорога. Фух, я теперь думаю, что мне делать. Или мне и назад возвращаться смысла. Ну да, это я вперед далеко ухожу. Походу, мне придется вообще назад идти. Ё-моё. Эх, как чувствовал, что надо было их подождать где-то в районе рынка. Зря я сюда шел, получается. И то это они сейчас не в начале рынка с той стороны, а они находятся. Фух, они находятся далеко от рынка. Обидно. Самое обидное, что я там был 20 минут назад. Я ушел оттуда так далеко. Ну, кстати, интересно, я бы с радостью прошел бы вдоль вот этой реки вообще до самого конца, куда-нибудь в сторону большого автовокзала. Так, а шел ты, я выхожу сюда. О, точно, я не буду возвращаться назад, я сейчас выйду сюда, потом буду думать, куда я попал. Так, ну это ж не третья, это ж не
Это и не... Или это что такое? Так, это вообще новая какая-то дорога. Я не ходил. Блин, я боюсь, что там нету параллельной дороги. Надо было им сказать, чтобы они спустились туда, до третьей линии. Блин, а где я сейчас? Третья линия там, а здесь получается еще какая-то дорога, и тоже с велодорожкой, вообще очень интересно. Я просто вспоминаю, может там и нет параллельной дороги сразу, может вам спуститься вниз до... дорожки где, но опять же вы не хотите идти там, где машины ездят, да, я так понял. То, а там есть велодорожка синяя? Странно. А, то есть вы еще не дошли до той синей велодорожки, вы идете параллельно. Да, рынок у вас слева сейчас, да? Справа. Очень странно. А где вы тогда, если рынок справа? Ну да, да. Странно, вроде там отсюда до рынка там еще пройти надо, как это вот так быстро. Так, а если рынок справа, то вы тогда вышли, должны были выйти на дорогу, которая синяя велодорожка. Не, ну да, вы просто смотри, там если как, если чтобы рынок был по правой руке у тебя, то вам выходить тогда еще как бы немножко в сторону моря, пока вы выйдете на дорожку, синяя велодорожка. О, как я зарубил. Тогда получается, там я вас найду. Боже, ты не представляешь, где я тут хожу, какими кругами. Это жесть. Причем... мечеть от меня дальше, я с этой стороны рынка в сторону Клеопатры, я ближе сюда, то есть вам все равно пройти надо. Вы можете по какой-то, чтобы по рынку не идти, а идти по какой-то параллельной дороге. Есть там как идти дальше, чтобы в рынок не заходить? А вы еще не дошли? Я уже просто рынок прошел, я с этой стороны нахожусь, но сейчас я возвращаюсь сюда. Так, и я здесь уже был. Я уже как бы восьмерками нарезаю. Не, ну я понял, вы идете, если ты мечеть видишь, да? Сейчас вы... Да-да-да, вы сейчас войдете до начала рынка. Давай тогда, чтобы вы в рынок не заходили, вот по этой дороге, где мечеть, вот когда мечеть будет перед вами, лицом вы будете ее видеть стоять, вы налево, да, и выйдете до дорожки, которая... Ну, вы ее увидите, на ней перекресток и на ней синяя велодорожка. И идете в сторону Клеопатры, а там потом я вас поймаю и поведу дальше дворами, чтобы не идти по этой дороге. Да, выйти вот на эту дорожку, то есть, понял, мечеть перед вами, а вы налево, вниз как бы. И там буквально 3 минуты пройти, вы уйдете перекресточек, синюю велодорожку, и вы направо поворачиваете в сторону Клеопатры. Как бы. И там я сейчас туда подхожу. Ага. Все сложно как. Если бы я знал, что я их могу... Это у нас квест сегодня. Квест «Найди друг друга» называется. Не, Саша просто в этих краях он не бывал, как бы практически. Ну так, чтобы ходить пешком здесь. Поэтому они немножко путаются. Ну вы поняли, кто понял, кто эти места знает, я им объяснил, что когда они мечеть увидят, ту, которая в начале рынка, чтобы они вышли таки на эту третью линию, как я называю, с велодорожкой синей.
Кстати, видите, там еще одна была, ее можно назвать четвертой линией. Мы сейчас шли с вами, я же показывал, еще одна дорога солидная с велодорожкой. Вот. Фух, я уже мокрый, есть можно. Свитер уже не снимешь, потому что холодно будет. Кстати, уже начинает тепло уходить потихонечку. Вот, я сейчас нахожусь с этой стороны рынка, да? А они там. Сейчас они выйдут на дорожку туда, я надеюсь. И мы сейчас выйдем на дорожку параллельно, опять же, этой же реки, друзья. Продолжаем путешествие вдоль реки. Сейчас. И там я их уже встречу и поведу дворами дальше, куда они захотят. Но сначала зайдем к черненькому, наверное. Вода чистая, бежит. Чистая. Прям как будто вообще, как будто горные вершины там снежные. Вверху настолько чистая она. Кстати, если снег там где-то был, солнышко сегодня жару дало, может быть, снег и тает. Вполне может быть, что это снег и есть. Апельсинки! Турция, апельсинки! Я тебя люблю, Турция. Сейчас я выхожу на эту дорожку и буду их высматривать. Они вот здесь. Доведу вас уже, пока мы не найдем друг друга. Пусть этот квест будет у нас. Вот мы выходим на третью линию, как я называю. Они сейчас, по идее, оттуда должны идти. Если они на нее выйдут тоже. Назад буду сейчас тоже возвращаться туда, в сторону начала рынка, в сторону мечети туда как бы. Ничего себе, я мотанул, такой круг получился. Ну, он не сильно большой. Учитывая то, что я снимать вам сразу не начал, то вы не видели еще, сколько я до этого прошел. Главное, чтобы они вниз не пошли, они от мечети ж будут идти вниз, и вот сюда главное, чтобы они повернули, увидев эту велодорожку. Надеюсь, там по прямой нету синей велодорожки вниз, которая ведет в сторону Хаджи, чтобы они догадались сюда повернуть. Проскочили. Тут вещевой. Я, чтобы вы не убежали вниз туда, увидел вот эту синюю дорожку, и вы даже ее можете не переходить, а сразу направо поворачивать и параллельно синей велодорожке идти сюда, в мою сторону. Я уже иду в вашу сторону. Ой, это я вас вижу, да? Ура! Квест сейчас завершится, ура! Все, я их вижу. Ну, молодцы, они довольно хорошо меня поняли, довольно быстро пришли. Во. Сейчас мы еще яблок купим. Сейчас у Саши возьму денег, пойдем яблок возьмем. Привет. Донеры, никого. Привет. Привет. Все, всем пока. Кого нету? Давай, удачи. Тут квест был, как я вас ищу. Пока.